Сегодня в 18:00 по местному времени ульяновцы прильнут к экранам телевизора, а самые счастливые смогут наблюдать воочию за матчем России-Уругвай. Несмотря на исход игры, наша сборная попадает в 1/8 финала чемпионата мира. Верят ли в команду наши земляки и кого бы они хотели видеть в качестве соперников для российских спортсменов? Подробности в нашем опросе. Ну, однозначно победит Россия. Вот, я так предполагаю, как минимум 2-1. Вот, и в финале, в 1/4, а в 1/8. Ну, что по достоинству выйдет, тот пусть и будет. Я футболом вообще не увлекаюсь. Мне это не нравится. России сейчас не нужно к этому матчу вообще готовиться, но все равно они будут стараться, чтобы поддержать своих болельщиков. А кого бы хотели видеть в качестве соперника в 1/8? Португалию. Португалия, конечно. Португалия очень, ну, чуть пониже классом, и там играет только Роналдо. Я верю только в нашу победу. Мне кажется, из-за того, что мы все будем верить, и они победят обязательно, я на это надеюсь. А кого ты бы хотел видеть в качестве соперника с Россией в 1/8 финала? Наверное, точно не Португалию. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, мы точно продуем. Это будет разгромный какой-то матч, вообще будет позорище. Но мне кажется, Хорватии было бы неплохо. Россия, конечно. Да. Какой прогноз сегодня ставите на сегодняшний матч России-Уругвай? Кого вы хотели видеть в качестве соперника? 1/8. Предпочтительно Португалия. Почему? Ну, потому что там у испанцев довольно более слаженный коллектив, довольно более слаженная игра. А здесь фигурирует только Рональдо. Если его перекрыть, то в 1/8 у нас будет шанс. Я считаю, то, что Россия выиграет этот матч. Я сейчас сам иду болеть, 6 часов. И я надеюсь, что наша сборная выиграет. А кого бы хотели видеть в качестве соперника в 1/8 финала с Россией? Испанию. Почему? Не знаю, мне кажется, то, что так и будет. Провожу вот эту аналогию. Самый разноречивый, наверное, сложно сказать. Почему? Не знаю. Очень хочется поверить, что победим, конечно, но... Кто бы ни был, они все равно просрут. Поверьте. Россия всех победит. Мы в это верим. Мы топим за Россию.